Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, одна звезда, но меня уже, естественно, скинули. Сейчас посмотрим. Лига Сигунов до 53 ранга. Ну что, друзья мои, сегодня попробуем взять хотя бы Лигу Мастеров 2 звезды. Я думаю, на сегодня будет этого достаточно. Так. Ну, поехали, начнем, короче. 62-й 59-й ранг у нашего противника. И я возьму, пожалуй, здесь Бакстера Стокмана. Но я не уверен, что он один справится. Хотя, ладно, оставлю я его одного. Я вот чувствую, сейчас будет какой-то косяк от Бакстера. Блин, я просто предчувствую это, ну-ка. Слушай, ну нет, хорошо, что он, друзья, на всех повесил постепенный урон. И Майки, я думаю, добьет тут. Нет, не добил. В любом случае, постепенный урон их бы уничтожил. Так что Бакстер здесь нормально себя проявил. Все у него хорошо сработало. Ну, а мы продвигаемся на 42-ю позицию. Так, ладно. Хотелось бы, конечно, мне получить 16-22. Вот столько кубков. Но что-то подсказывает, они мне сейчас не дадут. А нет, есть такое дело. Ну что, тогда я возьму Зека здесь. И, наверное, возьму Донателло. Блин, мне уже хочется, чтобы Донателло прокачался на сотку. Мне кажется, он на сотом уровне будет очень сильно жарить противников именно своей массовой атакой, при этом накладывая на них еще постепенный урон. Так, ну давай Зека проверим. Ладно, ну вот, сейчас посмотрим, что у нас сделает Донни. Ну, круто же, ребята. Он вешает постепенный урон. То есть, если он даже какого-то противника не добьет, то обязательно постепенный урон. Но если не добьет, то нанесет колоссальный урон. А после двух обычно персонажей, да, когда у нас идет, например, там Донателло и еще кто-то из массовиков, мы все прекрасно знаем, что у них остается очень мало здоровья. Вот. И постепенный урон как раз предназначен для вот этого, для добивания. Для уничтожения того количества хп, что у них осталось. Ну что ж, давай здесь проверим, как у нас пойдут дела. Первое — это торнадо мусорные от нашего Макмана. Да, и они все выстояли. Хорошо, что у нас есть Донни, который может их добить. Ну, почему Макман не справился? Я считал, у него вот этот вот торнадо, помойный вихрь, ну, конечно, не скажу, что один из лучших ударов, но и не худший удар, скажем так. Среднячок. А среднячок, он должен был их всех подкосить, а оставить там одного-двух на ногах, а остальные должны были валяться в пыли. Но этого не произошло. Ну что ж, возьму тогда Рафаэля. И здесь два, может быть, двух Рафаэльчиков взять. А, тут Леонардо 65 уровня. Так, подожди. Что можно сделать? Ну, можно взять, например, еще Криса Брэдфорда. Блин, если Лео сделает свою массовую атаку, а массовиков здесь раз, два, три, четыре, ёпарасоте, четыре массовых атаки будет, мы можем не пережить. Тогда я не буду рисковать, я возьму семидесятников. И заодно посмотрим нашу тактику, как бы она работала. Само собой, Рафаэль ходит первым. Так, дальше Паукус со своей паутинкой. Шреддер. Блин, офигеть. Паукус, Шреддер ходят первыми. То есть до Рафаэля и до Криса Брэдфорда практически очередь-то и не дошла. Я не думал, что наш Рафаэль-провокатор настолько слаб в инициативе. А получается так. Ладно, возьму Кожеголового. Вот интересно, Кожеголовый здесь сможет один справиться? Мне кажется, нет. Мне кажется, он кого-нибудь оставит недобитым. И поэтому я, наверное, возьму здесь Карайку. Карайка в скорости хороша. Наверное, она, скорее всего, первая будет кунай бросать, да? Или все-таки... Да, она будет первая. И смотрим. Твою налево, я рассчитывал чуть больше... Но этого хватило. Я рассчитывал, что она больше отнимет у них хп. Ну, хотя бы там, я не знаю, ну, одну четвертую, да?
А нифига, оно вообще мизер отняло. Так, друзья мои, ну что, мы перешли с вами в Лигу Мастеров. Одна звезда, сотая позиция. Как говорится, отсюда у нас начинается уже отчет. Мы выбрали в противнике Филиппа. Филиппок, по-нашему. Армагона я оставляю одного. Я потому что уверен, что он здесь справится с противником. Ну-ка давай проверим наш супер-пупер-валун, который закидываем. Да? Да. То же самое я могу сказать и про маузеров. Маузеры тоже в соло очень даже неплохи. Так, 10 ступенек пролетели мы. И мне кажется, уже по всем канонам должны давать уже 17-23. Но они меня до сих пор кормят 16-22. Ладно. Так, ну что, Леву возьмем и, наверное, Пиццелицева. Хотя здесь, может быть, даже и хватило бы одно Леонардо. Сейчас глянем. Посмотрим, как у него вертушечка прокатит, не прокатит. Нет, друзья мои, не хватило бы здесь одного Леонардо. Ёпарасоте, началось. Тихо, 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 ребята. Вот вам гостиниц. Так, Майки, не подведи. Есть, красавчик. Потому что если бы сейчас бы не упал бы Бакстер Стокман, я чувствую, он бы либо маузеров начал бы призывать, либо волну на своем-то уровне. У него уже прокачаны эти скиллы, по идее. И мы бы, наверное, кого-нибудь допотеряли. Скорее всего, так бы и было. Ну что, берем с тобой, значит, наших маузеров. Ну, для них это расплюнуть, разнести вражескую команду в соло. Должны как щеглов их размотать. Да твою налево, каба... Ёпрос, куда летит? Кирби, хорошо, что ты выжил, а? Маузер, я офигею, ребята. Кабаны, они какого уровня вообще? 64-го, он выжил. Ребята, он выстрелил против сотки. Да мало того, что против сотки, еще против суперудара. Да. Ну что же, возьмем Крэнга. Возьмем Крэнга. Так, подожди, что-то мне чувствуется здесь какой-то подвох. Давай я, наверное, перестрахуюсь с помощью... Блин, с какой помощью-то я перестрахуюсь? Ладно, возьму Слэша. Перестраховка с помощью, ребята, Слэша. Вот так вот у нас будет. Ну что, поехали. Посмотрим, как луч сработает. Так, ребят, по поводу Spirit Hunter, который был у меня на втором канале, почему там не было голоса. Ребят, я сейчас смотрю сериал по телевизору, да? Но я смотрю через компьютер. И получается так, что... Мне приходится постоянно переключать, ну как тебе сказать, приоритеты звука. Там в выборе звука есть звук с наушников и звук на телевизор. И когда я стал записывать игру, я забыл включить обратно звук на компьютер. То есть звук остался с телевизора. И, соответственно, игра записалась без звука микрофона. То есть... Без моей озвучки. Да, обидно. Но если бы я эту серию не выложил бы, то в дальнейших сериях бы, наверное, многие не поняли, почему у меня вот так вот, а не по-другому. Так что я и оставил ее без звука. Я думаю, ничего страшного в этом нету. Вы и так все там поймете. Что, куда и почему. Так, 17-23. Давай, ой. Тут уже 73 уровень. Угу. Так, мы дошли с тобой уже, можно сказать, до топовых бойцов. 73-й, уже 71-й, максимальный 79-й. Мы это все прекрасно знаем, поэтому давай-ка. Уже тут не до расслабонов, друзья мои. Так, постепенный урон почти на всех, но у нас еще супер шреддер есть, который, да, который их просто размажет по стенке. Хорошо. Смотрим. Блин, мы еще в Лиге Мастеров одна звезда.
Тяжело продвигаемся, согласись. Так, ребят, но здесь шутить не будем. Майки, 72 уровень, поэтому я... Поэтому я делаю вот так вот. Армагон плюс Маузера. Не было бы Майки, я бы особо тут не переживал. Но так как его уклонение в 100 раз круче, чем мое, его надо как можно быстрее ликвидировать. Маузер, я не понимаю, вы валите 73-х уровней с полтыка, а 60 там какие там, 62-е, 63-е не можете добить. Ну как вот это вот можно понять? Где логика? Он тогда не смог кабана добить, ребята. 60 там какого-то уровня. А здесь он всех загасил. Ну, как хочешь, так и понимай. Просто взял и загасил одним ударом, не дав им вообще ни одного шанса. Так, ладно, у нас тут кунаичи. Но вначале мы сделаем, наверное, уклонение. Мы сделаем уклонение. Дальше у нас идет кунаичи. Нам надо, чтобы Эйприл упала. Она упала. А дальше все. Дальше разбор полетов. Двух этих салабонов завалили. Ну что, двигаемся дальше, смотрим, что у нас там за позиция. 30-е. То есть 9 ступенек всего лишь пролетели. Ну что, я возьму тогда маузеров. Блин, тут уже 73 уровень, тут никак уже не прохалявить. Ладно, давай тогда так сделаем. Блин, а у меня еще 57-х целая пачка. Я еще даже до 70-ников с хвоста не добрался. Теперь придется по 2 отката брать в обязательном порядке. Ну, если мы хотим, конечно, выживать здесь. Вот опять же маузеры. Я не понимаю, как он... Я раньше всегда думал, что у него предел до 70-го уровня. Он уже валит, смотри, 71-й, 73-й, 74-й даже уровень завалил. Причем вообще без напряга. А 62-й или 68-й он добить не смог. Ну как ты это понимать можешь? Я не знаю. Я Дони для этого и взял, в принципе, для подстраховки. Думал, добьет, если что. А мне даже не пришлось им воспользоваться. Но давай посмотрим здесь. Тоже 74 уровень присутствует. Маузер бьют, естественно, первыми. Давай глянем здесь. Так, ну тут выживает Ванька. То есть, у меня такое впечатление складывается, что у него супер удар идет по накопительной на всех персонажей. То есть, ну вот, например, ему дается там 1000 урона, да, и 1000 урона делится на этих. Но если у команды, например, 1008 ХП или там мощей, то вот эта вот восьмерочка остается на одного из сильнейших бойцов. Почему именно Ванька выжил? Почему не Рокстеди? Вот как бы вот такое складывается впечатление. По суммарности силы. По суммарности силы бьет по ХП вражескому. И отсюда уже идет, как говорится, как сказать, отсчет, что ли. Ну, у меня других нет предположений. Либо это действительно просто случайность. Ну, почему-то случайность, она как бы, как сказать тебе, она в каком-то зацикленном режиме получается. Постоянно выживает один. Постоянно выживает один. Чисто случайностью я не могу назвать, потому что это уже как периодичность идет. Значит, действительно какой-то свой, ну, там, алгоритм. Здесь, например, вообще без шансов. Смотри. Сейчас посмотрим уровни. Блин, ну там за 70 точно были там 72-е, 70, наверное, первые. Но он порвал их. И вот этому я почему-то, ребята, не могу никак прекратить удивляться. Как бы это нет, я рад тому, что мы побеждаем, что мы выигрываем. Но хотелось бы какую-то, знаешь, ну, скажем так, формулу там вывести или... какой-то алгоритм, понятие. Вот опять, смотри, видишь, опять остается один. Остается один. Такое ощущение, что действительно не хватает силы, мощей у маузеров, чтобы просто их пробить всех. Более слабенькие, да, уничтожаются на раз. Но вот здесь вот не получается. Ну, не хватает ему чуть-чуть. Как с ним бороться, я не знаю. У нас нету какого-то там усилителя.
Или еще что-то в этом роде. Вот опять же, 73-й, давай проверим. 73-й уровень самый максимальный здесь. Это у Крис Брэдфорда, да, насколько я помню. А, нет, ребят, 74-й, вот. 74-й был у Рафаэля, но... Но опять же, друзья мои, 74-й уровень. До этого маузеры валили 74-й уровни просто... Вжух, и все. И они даже не стояли на месте. Да. Ну-ка возьмем какую-нибудь максимальную команду, где у которой там 75-74 есть. Есть такие, будут? Нет, тут слабые. Ну вот, например. Во, вот. Давай вот эту возьмем команду. Возьмем опять же так. И так. Раз, два, три. Проверим. Микеланджело. Ну, видишь, Микеланджело, ребята, он в защите слабак. Не очень, конечно, хороший у нас пример сейчас получится. Но, тем не менее, опять же, ребята, опять выживает Рафаэль. Как один из сильнейших, да? Майки упал на 75 уровня, а вот этот почему-то выжил. В общем, тут, наверное, бесполезно, ребята, голову ломать, мне кажется. Все равно ты тут никакой правды не добьешься. Как оно есть, так оно есть. То есть, в моем случае надо брать сильных бойцов против вражеской команды. А там, кто уже выживет, кто не выживет. Ну, здесь, да, здесь, ребят, спору нет. Сами видите, 78 уровни, как ни крути. Тут... Но все равно маузеры очень много, ребят, отняли у них здоровья, оставили им чуть-чуть, там, буквально на добивочку. И это 78 уровень. Это почти максимальный уровень вражеский. Так что... Но опять же, вот к чему я говорю, ребят. 78 уровень, оставляем чуть-чуть хп. Ну 62 уровень, какого фига, блин, добить тогда не можешь? Ну вот как это объяснить? Ну где логика-то, блин? Я не могу это сказать на везение, потому что это было там несколько боев подряд. Я не могу назвать это везением. Это можно назвать какой-то закономерностью уже. Но никак не везение. Давай мочить. Ну опять же, смотри. Почти всех завалили, остаются только двое. Так 78 уровень. Я еще здесь понимаю, 78 уровень. Да, максималка почти. Мне обидно, что он 62 уровень не мог завалить сразу же. Почему? Даже если бы крит там какой-то не сработал, он все равно в любом случае должен был по своей иерархии, да, сотый уровень все-таки, 62. Это, считай, на 38 уровней разница. Да еще плюс суператака. Он должен был его в порошок стереть. Но он же его оставил в живых. Пускай немножко хп остался, но он остался стоять на ногах. Блин, я не знаю. Почему меня это так коребит, но вот... Корёбит, друзья мои. Так, ладно, давай с тобой сделаем задание. У нас сегодня что, пятница? У нас доступен уже О, дух. Подожди, пятница. Что у нас сегодня за день недели? Так, секунду, сейчас гляну. Ага, сегодня суббота. Ой, друзья мои, я говорю, у меня все. День с ночью потерялся, я вот встаю сейчас стабильно где-то часов в 4, в 5 дня. Пока поел, пока то, пока умылся, уже полдня прошло. Уже вечер. Вечером сажусь смотреть свой сериальчик «Бойцовский континент» и все. Засыпаешь под 8 часов утра, и вот так вот сейчас, ребята, у меня идет житуха. О, эксперт снаряжения, друзья мои. Так, одна попытка. Эти китайский фонарик. Жаль, что китайский фонарик. Но, тем не менее, мы получили, что хотели. Эксперт снаряжения, одну штуку. Дальше. Пойдем-ка мы пробежимся по серии испытаний. Раз. Два, три, четыре. Блин, я не помню. По-моему, мы тогда Микеланджело брали, да? Сейчас я возьму Леонардо. Я хочу просто хильнуть их. Я хочу их всех хильнуть. Так, крыса еще и с двойной атакой.
Давай валун применять. Двойная атака что-то мне не очень нравится. Лео. Блин, у Лео до отхила два хода еще. Твою налево. А я самую мощную атаку потратил. А тут Крис Брэдфорд. На кожеголову убрать провокацию — это бесполезно. И мне кажется, даже не нужно. Давай сделаем так. Есть маузеры. Давай маузеров применять. Что, серьезно, что ли, блин? Твою налево, я хотел отхиляться. Угу. Не дожили опять до отхила. Ладно, заберем награды. Пошли искать. Так, Донателло сейчас у нас получает уровень 88. 88. До 7 ступени можно было бы ему прокачать, но у нас не хватает мутагена. Ну, где у нас там наша лисичка? Сестричка, вот она. 7500. Отлично. В плане. А, блин, не... 10 тысяч нужно, ё-моё, не туда смотрю. Так, ну что ж, давай тогда попробуем. Ну тут дофига. 8 катушек с пленкой. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но 6, 7. Последний-то дашь? 8. Так, 8. 8 катушек с пленкой. Плюс, что там нам надо было еще? 10 автомобильных этих номеров. Один нашли. Вот и второй. Третий. Так, четвертый, пятый, шестой, и все, ребята, и пицца кончилась. Но зато мне хватает вот так вот сделать. До пятой ступени, друзья мои, прокачиваем мы выход из системы. И забираем все наши оставшиеся награды. Ну что, друзья мои, как-то так у нас все это получается. Сегодня неплохо побомбили. В Лиге Мастеров 2 звезды, ранг 52. Думаю, что завтра мы уже доберемся до Лиги Мастеров 3 звезды. Ну а там, может быть, и до топчика. В общем, завтра увидим. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.